Я зачитаю вам формулировку обвинения. Состояв в указанной должности в начале военных действий фашистской Германии, проявил растерянность, нерешительность, нераспорядительность, халатное отношение к выполнению своих обязанностей. Допустил развал управления войсками, сдачу оружия и боеприпасов противнику. Тем самым нанес серьезный ущерб боеспособности рабоче-крестьянской Красной Армии, создал возможность прорыва противника на одном из главных направлений фронта и тем самым совершил преступление, предусмотренное статьей 193/17-Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Кому все это нужно? Я спрашиваю, кому все это нужно? Значит, кому? Я спрашиваю, кто делает из меня козла отпущения? Хотите из меня предателя сделать? А я всего-навсего стрелочник, который всегда во всем виноват. А ведь это просчеты руководства.